Проведи лето на диване с айфоном в кармане. И это не мечта, а реальность для покупателей магазина «Галерея мебели». Все, сделавшие покупку на сумму от 10 тысяч рублей, получили возможность поучаствовать в розыгрыше призов, главным из которых стал iPhone. Все, пришедшие в этот день на праздник, организованный магазином, получили заряд отличного настроения. 5 журнальных столов, разыгранных здесь, теперь будут украшать дома горожан. Ну а главный приз получил Сергей Бондаренко. Кровать, купленная для семьи, окупилась сполна. Я очень впечатлен, мы вообще не ожидали даже. Ну, чисто пришли, как бы, ну, никогда не везло так. Ну, вообще здорово, нету слов. В ближайшие 2 месяца в галерее мебели пройдет еще 2 таких розыгрыша. Еще 2 айфона и множество красивых и функциональных предметов найдут своих хозяев. Поторопитесь посетить этот магазин, ведь, возможно, счастливчиком станете именно вы. Кстати, продукция, представленная в галерее мебели, отличается не только качеством и функциональностью, но и демократичными ценами. Ассортимент удовлетворит даже самый взыскательный вкус. Мягкая корпусная мебель, спальные гарнитуры, шкафы и многое-многое другое. Если вы не найдете здесь заветный товар, нужную вещь привезут вам под заказ. Выгодные условия кредита и рассрочки. Ну а постоянным клиентам, конечно же, скидки и бонусы. Находится магазин «Галерея мебели» по адресу: город Армавир, улица Мира 89/2 и улица Энгельса 52/2, гипермаркет «Магнит», 2-й этаж. Ирина Чупина, Александр Жерелеев, служба новостей Армавира.